Как только прозвучал сигнал к бою, афиняне стремительно атаковали персов. Когда персы увидели, что малочисленный отряд афинян, не имея конницы и не стреляя из луков, приближается к ним, они приписали это роковому безумию своих врагов. Но, сойдясь с персами, афиняне отважно вступили в бой. И хотя персидские воины потеснили центр нападавших, афиняне и их союзники из Платеи разбили персов на обоих флангах. Позже, позволив части варваров убежать, афиняне сомкнули фланги и ударили по тем вражеским отрядам, которые прорвали центр. Таким образом, афиняне одержали полную победу.